Так, что мне не нравится здесь, потому что он дает маленький доход. Он, в принципе, хороший, хороший, но дает маленькие доходы, очень маленькие доходы. И это мне не нравится. Вот, поэтому я буду отсюда все удалять. Буду, короче, а удалять это вот каждый. У меня здесь, просто он даже сейчас завис, у меня здесь более 1000 сделок открытых. Вот, и представляете, это все лишь удалить. То есть у меня здесь, ну, реально сложно это вот все удалить. Это. Поэтому я принял кардинальное решение удалить IP-адрес. Вот, видите, сколько у меня ботов сейчас есть средств, да? Общая сумма. Я принял активное решение удалить. Видите, какая у меня просадка, сколько я заработал. Короче, и вот это вот мне, чтобы вытащить эту сумму, мне нужно удалить описку и отменить все ордера. Потому что когда здесь отменяешь ордера, это он заново может выставить. Некорректно получится. Для этого я сейчас зайду. У меня две сейчас основные биржи KuCoin, да, Bybit. Я начну с Bybit. Ой, Gate.io. Так, выберу аккаунт. Вот все по Bybit выбираю, да? Посмотрю, заработал. Вот, и здесь начнем отменять все. Вот, зайдем на Bybit. И постараемся все здесь отменить. Вот торговые результаты. То есть у меня было много бирж на Трикомас. Вот торговый общий ПНЛ. Ну что это такое? Всего ни о чем. Всего ни о чем. Просто. Нет, надо это все в отдельную закрывать. Видите, как тащить. Но ни о чем. Закрываем. В API переходим и закрываем.